25 июня в Калининском районном суде города Твери началось рассмотрение уголовного дела в отношении банды тверских волков. На скамье подсудимых вновь Александр Агеев, Дмитрий Баскаков, Александр Костенко, Анатолий Осипов, а еще Михаил Желтов, Борис Ильин, Ярослав Соболев. На сей раз они обвиняются в убийстве двух и более лиц, совершенной группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений или по найму. Благодаря тесному взаимодействию следователя Следственного управления по Тверской области, криминалистов регионального Следственного комитета и Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области с областными УМВД и УФСИН России, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы были установлены лица, причастные к совершению преступлений. Так, благодаря психологическому контакту, налаженному между следователем Следственного комитета по Тверской области с осужденными к пожизненному лишению свободы членами банды «Тверские волки», последние дали признательные показания о совершении ими преступлений. Кроме того, в своих показаниях они изобличили заказчиков убийств. В ходе расследования показания членов банды «Тверские волки» полностью проверены и нашли свое объективное подтверждение собранными доказательствами по уголовному делу, как показаниями иных лиц, которые логичны, последовательно взаимосвязаны и отражают всю картину происшествий, так и протоколами осмотров иных следственных действий, заключениями судебных экспертиз и специалистов. Репортаж из зала суда в следующих выпусках «Патрульной службы».